Здравствуйте! В эфире дневники 11-го международного кинофестиваля «Евразия». Мы начинаем! Вчера в программе уже «Звезды созвездия Шакена» был показан фильм «Умереть отмщенным». И у нас режиссер этого фильма Актай Меркасим. Вот эта история, насколько она для вас личная? Сцена, когда предатель Маркус, передав записку Рихарду, и там написано: «Я знал, что когда-то кто-то придет». Он кладет ему голову сюда на плечо, и они вместе плачут. Мститель потенциальный и объект мщения. Со мной такое было. Локальный плагиат из собственной жизни. Wir wuchsen auf in einem gesegneten Landstrich, wo einige Jahrhunderte zuvor unsere Vorfahren sich nach langer, mühevoller Wanderschaft niedergelassen hatten. Сегодня у нас, вы видите, нашу гостью из России, это Ирина Евтеева. Избегай однообразия. У меня такая техника, когда я меньше говорю, тексты, да, произносят мои актеры, потому что нарисованному человеку очень трудно разжать рот и что-то сказать. Поэтому всегда ищется некоторый инвариант какой-то для передачи духа. Я работаю с Володей Аджамовым, замечательным хореографом. Мы просто-напросто иногда ставим нарочито движение ближе к пластике балета. Жест должен говорить, предмет должен говорить, костюм должен говорить. То есть через живописно-пластический ряд, конечно, читается картина прежде всего, а не через вербальную, и музыка, разумеется. Изображая низкое и высокое, рассеянное и собранное, облака и скалы, тысячу водопадов и 10 000 капелек воды. Этот фестиваль отличается от всех предыдущих тем, что он стал действительно похож на нормальный фестиваль, на рабочий фестиваль. Фестиваль, прежде всего, это... с учетом всех этих красных дорожек, всех этих блестяшек, всех этих фанфар и так далее. В первую очередь, это рабочая площадка. Это фестиваль, это инструмент для коммуникации. Инструмент для того, чтобы приобщаться к каким-то нормальным международным культурным связям. Не так много у нас событий культурных в стране. А Евразия все-таки имеет возможность стать по-настоящему большим международным событием. И все эти так называемые звезды будут сюда приезжать не для того, чтобы порисоваться, не для того, чтобы там походить по нашим красным дорожкам. Они, уверяю вас, они уже находились в этом мире по всем этим дорожкам. А для того, чтобы попытаться понять, что стоит за этим фестивалем, что такое Казахстан, кто такие эти казахи, что они умеют делать, что это за страна, какая у них история. Нам в этом смысле есть о чем рассказать, есть чем поделиться. И фестиваль мог бы стать таким мостиком, который бы связывал разные культуры.
Картина «Жад» действительно получилась такая история. 25 лет назад я написал сценарий. Это моя дипломная работа. Она называлась «Мытарь». Один умный еврейский критик посмотрел картину и говорит: ты пересказал Библию на казахский манер. Ну, в общем-то, это такой короткий питч, с которым я, в принципе, согласен. Ветхозаветная история очень хорошо так укладывается в эту историю. Человек уходит ребенком в горы и ищет там свою истину, возвращается к людям. В принципе, это история всех пророков человеческих, которые уходили, жили в одиночестве, там, в пустынях, тот же Моисей, тот же Иисус, тот же Мухаммед. Возвращались к людям, пытались там рассказать о своих открытиях, и общество не принимало их. Иисуса распяли, кого-то забрасывали камнями и так далее. Поэтому здесь ничего нового. Я думаю, задача любого фестиваля состоит не только в том, чтобы показать какое-то кино, которое есть на данный момент в мире, чтобы сделать премьеру, потому что количество зрителей все равно ограничено. Это возможность встретиться продюсерам, режиссерам, актерам и установить какие-то новые горизонты творчества для них. Сегодня пройдет церемония торжественного закрытия фестиваля «Евразия и созвездия Шакена», на которой будут названы победители во всех номинациях. Для зрителей организаторы приготовили особый сюрприз – картину закрытия. Ей станет фильм «Тотем волка» режиссера Жан-Жака Ано.两个执行的在你这儿待上两天，他们呢读书是汉字。你好，你的存在，他从未出现。我被狼迷住了，能不能抓一只小狼崽？我研究研究。 Я напоминаю, что всю дополнительную информацию о фестивале вы можете найти на сайте eurasia.iff.com, а также на официальных страницах Facebook и Instagram. До завтра! Увидимся на фестивале! Пока!